В Магаданской городской думе прошел конкурсный отбор кандидатов в мэры Магадана. Процедура определена уставом столицы Колымы. 27 заявок приняли от самых разных людей. Это были жители Магаданской области, а также других регионов нашей страны. 5 заявок не соответствовали правилам подачи документов. Один человек не смог прийти на конкурсный отбор. Сейчас претендовать на должность мэра Магадана может 21 соискатель. В своих выступлениях перед членами комиссии кандидаты озвучили свое видение проблем города, предложили пути и источники их решения. В конце выступления претенденты ответили на вопросы комиссии. Необходимо при рассмотрении города Магадана учитывать слабые стороны. То есть это одна из таких слабых сторон, как инфраструктура. Транспортная у нас не очень хорошая. Низкие уровни качественного жилья, предоставления жилья, почему у нас народ уезжает. Заработная плата не совсем такая, какая хотелось бы. Избирает будущего мэра Магаданская городская дума. Комиссия на конкурсном отборе только рейтингует и определяет всех участников, прослушивает и задает вопросы. Затем она дает свое заключение по кандидатурам. Количество лучших участников определяет комиссия. Они будут внесены на заседание думы 16 декабря. Там же примут решение о том, кто же из выдвинутых кандидатов станет мэром Магадана на следующие 5 лет. При выборе лучших участников комиссия опирается на определенные критерии. На основные критерии для нас это глубокое знание материала, умение конструктивно мыслить и, конечно же, опыт. Опыт очень важен, потому что у нас нет возможности экспериментировать на людях, учась ближайшие годы основам управления городом. Потому что очень серьезные ресурсы, выделенные сейчас и президентом, и федеральным центром на развитие Колымы, и прежде всего, конечно же, развитие столицы Магаданской области, города Магадана. Выделяются большие средства и на национальные проекты. Они охватывают дорожное и жилищное строительство, благоустройство дворов, создание инфраструктурных объектов. Человек, который будет назначен думой мэром, должен обладать достаточными знаниями, чтобы уметь плодотворно работать на территории муниципалитета и менять жизнь магаданцев к лучшему. Председатель комиссии отметил, что у кандидатов разная глубина знания муниципального хозяйства. Но несмотря на все сложности, имя мэра Магадана мы узнаем уже в среду. Проблема общегосударственного масштаба.